все началось, что было раньше, все переписки, все движение по работе. Я не работал, я работал, потому что начал с понедельника, потому что все было не подготовлено, у меня не прав, что я был занят своими личными делами. В понедельник с утра поступил адрес, выходим на работу, представишься каким-то таким-то. Я до конца не выучу, потому что я этим не воспользовался этими фразами. Заберешь пакет для... Там, не помню. Я поднялся на первый адрес, приехал, поднялся на этаж. Мне сразу же в дверь уже передали пакет. Я даже ни одного слова не сказал. Я взял, вышел, отошел, сел в машину, связался по телефону. Он мне написал, он постоянно был на связи. Общение было такое: возьми, пересчитай сумму и положи их на номер, который я тебе скажу. Я говорю, что за номер, что за фирма, как мы работаем. Подробностей никаких не было. Я взял свой процент, положил на счет ему деньги. Ну, потом поехал по своим делам. Прошло некоторое время, 2-3 часа, поступил опять же звонок от него, типа, работаем, есть еще один адрес. Я говорю, куда, как, что, едем. Он сказал, не помню, поднимешься на второй этаж, представишься тем-то, тем-то, тебе отдадут деньги. Ничего криминального нет, просто заберешь посылку, мы тебе твой процент отдаем, и ты вот переводишь нам сюда. А какой процент был? 10% было. Ну, тут по-разному, от суммы зависело. Я даже ни разу эти фразами не воспользовался. Я просто подходил, и там все уже мне просто сразу в руки отдавали. Я вот 3 раза это сделал, и только сегодня с утра это понял. Когда... Был 3-й адрес. Поднялся, также зашел. И после этих слов, когда она сказала, я реально осознал. А что сказал? Ну, что женщина мне сказала. Последних денег. То есть она сказала, что это ее последние деньги? Ну, сказала, да. Я не знал, что, куда, что последние деньги. Это было вот 3 раза всего у меня. Это вот понедельник, вот 3 заявки было вот этих вот. Больше никогда никуда не ездил, ничего не делал. Угу. В субботу я отказался, он сказал, всю неделю будем работать. Может, во вторник, уже в среду я начал отказываться от этой работы, потому что реально осознал, что это за работа. Такие деньги в простирывке не бывают. А кто деньги отдавал? Пожилые женщины. Пожилые женщины.